Доброго дня, шановні глядачі! Я рада вітати вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Це програма «Розмова на тему» і я, Анастасія Михайлюк. Сьогодні у нас надзвичайно приємні гості. Я рада вітати у нашій студії Віктор Севлісян і Сергій Сігіда, учасники команди КВН «Легко і просто». Дуже рада бачити вас в нашій студії, тим паче є дуже гарний привід нам з вами зустрітися. Це нещодавна перемога команди «Легко і просто» у вищій лізі КВН Естонії. Да. Это так. Если быть точным, ровно месяц прошел сегодняшний день. Наприкінці грудня, грудень для вас став по-справжньому святком. Да, да. Ну, я думаю, що ваші шанувальники, які уважно стежать за життям команди «Легко і просто», знають про всі етапи, які вам довелося пройти до цієї перемоги, цього кубку, цієї медалі. Але не всі наші глядачі в курсі, тому давайте поговоримо про те, коли почалася, власне, гра, коли ви перший раз поїхали до Естонії минулого року, які етапи довелося пройти і що передувало перемозі. Странно, да, говорить, що це було в прошлом году? Да, це було, ребята, в прошлом году. В прошлом году, місяць назад, да. Начиналась все ліга в сентябрі місяці, було три ігри всього, одна четверта фінала, полуфінал. И, соответственно, финал. Сентябрь, ноябрь, декабрь стал для нас таким прорывом. Путь был тяжелым, потому что все, четвертьфинал мы заняли второе место. Мы, кстати, играли, давай скажем, с кем мы играли. Давай, конечно. Играла... Международные. Да, да, да. Там были, ну, помимо команд КВН Эстонии, ну, то есть разнообразных, и были также команды из высшей лиги русской, телевизионной. Это лучшие друзья белорусы. Это название «Лучшие друзья». Чи не стали вони вашими найкращими друзями? Стали. Не будем греха таить, стали. Стали друзьями. Также были ребята из Питера, из России тоже. Вот мы с ними подружились все там. С белорусами очень быстро подружились, потому что они сразу постучались так, говорит, если мы с вами, говорит, не познакомимся, мы себе не простим это. Они обозначили сразу. Они обозначили. Мы, собственно, так вот и начали дружить. И, собственно, четвертьфинал мы по итогам занимаем второе место, они первое. Полуфинал они первое, мы второе. И в финале мы, ну, то есть по итогу заняли первое место, но было очень трудно считать, потому что было 6 судей и были не как там 5,2, там было 5,13 каких-то. 76-80. И, ну, давай скажем сразу, что приветствуем, мы просто проиграли, да, после, очень сильно. После первого конкурса наша команда шла третьими. Да, на третьем месте. Да. И ты уже всего смогли так зібратись и... Да, да, ну да. Как бы, а выбора не было, да. Нам терять уже нечего. Было еще два конкурса, это триатлон. Триатлон это когда читаются, да, текстовые шутки, разминка. Выбывают команды. Вот, собственно говоря, осталась в триатлоне белорусская команда и наша, и в разминку мы их выиграли. Mm-hmm. То есть мы взяли наивысший балл, они вторые, тут мы поднялись уже на второе место. Ну и честно хочется сказать, давай скажем огромное спасибо белорусам, если они нас сейчас смотрят. Спасибо огромное, что вы плохо подготовились к музыкальному домашнему заданию, а мы не растерялись, да, вышли и прям бомбанули, кайфанули. Мы, честно, просто мы стояли на сцене, мы получали удовольствие от того, что мы делаем, и было видно, что зал тоже нас, как говорится, хавает, и нам было очень приятно. Главное отримувати задоволення від всего, что ты робишь. Отступать было некуда, мы сказали, что, ребята, либо мы сейчас выйдем и покажем на то, что мы способны, и сделаем это в свое удовольствие, как мы умеем, либо как бы зачем этим заниматься. Тем паче, что вы же и в Эстонии были уже не в первый раз. Да, да, мы были в Эстонии ровно 4 года назад, и чем, так сказать, цена эта победа? Не потому, что эта победа произошла в 20-й юбилейный сезон. Но все равно приятно. 20-й юбилейный сезон Лиги Высшей Эстонии. Да. А также, потому что ровно 4 года назад мы играли тоже с белорусами, тоже с нашими лучшими друзьями. Мы с ними давно много игр сыграли, и опять мы встретились с ними в Эстонии. Но только другие белорусы. Да, это другие были белорусы. Другие белорусы, да. Но там была ситуация в точности наоборот. В четвертьфинал мы первые, они вторые. Полуфинал мы первые, они вторые. И, собственно говоря, финал мы вторые, они первые. А как кажут, немає гіршого, ніж другий, это четвертый місце. Короче, мы взяли реванш. Да, мы взяли реванш и сделали... Сделали победу. Ну, це надзвичайно приємно. Я вітаю вас, хлопці, всю команду і вас особисто з цією перемогою. Будемо вам бажати перемог і надалі.
І ви сказали про те, що зал вас розумів, зал вас підтримував. І тут постає питання, взагалі все-таки прибалти, ну ми постійно жартуємо про те, що прибалти, в них специфічне почуття гумору, вони специфічні люди, але вони вас розуміли. Які точки для спільного такого дотику були? Які теми для жартів були такими найактуальнішими? Скажем чесно, от прям не будемо нічого скривати, що саме інтересне, естонці очень хорошо розбираються в том, що происходит у нас в стране. Тобто стежать уважно. Да. Они знают все. Да. То есть можно выйти, сказать шутку про Кличко, и она произведет фурор просто в зале. Что, собственно говоря, и было на одной из игр. Мы сами того не ожидали. Вы взагалі розуміли, що ви ризикуєте, коли жартуєте на телеканалі? Конечно, конечно. Ну просто мы в курсе, что за политикой нашей страны смотрят, наверное, все бывшие страны Советского Союза, и ну как бы да, и они говорят, мы разбираемся, возможно, они даже разбираются лучше, чем некоторые украинцы в нашей политике. Ну давайте будем честными, там же ж, ну, на игры приходят не эстонцы, которые коренные эстонцы, знают только эстонцы и русские, редко встречают, там же живут много наших, я называю их наших, потому что там и славяне, русские, белорусы, украинцы, там все смешались, и они... Они... Ну, але все одно вони живуть в тих реаліях, і наші якісь жарти. Да, ну это наша діаспора, которая там проживает уже много лет, и они часто бывают у нас на родине, после игры подходили люди, говорили: "Здравствуйте, а я из Херсона". Ого, а как так вообще? Ну, то есть интересно было встречаться с людьми, которые приехали из Украины. Подходят целыми семьями, болеют. К нам было приятно, подходила целая семья, говорит: "Ребята, мы на все ваши игры ходили, вот когда вы приезжали, мы сами из Украины, и нам было вот приятно, что вот какая-то частичка Украины приезжает, и мы вот они даже на Новый год меня поздравляли в этом в Фейсбуке. Да, 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 да. То есть это ребята, которые, во-первых, очень хочется отметить, что эстонцы очень такие внимательные люди, очень такие спокойные, размеренные. И они вот такие прям все искренние. Хочется, да, чтобы... После перемоги вы стали справжними зірками, вас там уже впізнавали. Ну, я же говорю, многие люди приходили посмотреть на нас. Там, когда нас объявили чемпионами, встало чуть ли не там не целый ряд, там половина ряда. А далее, после перемоги, вы затримались на якийсь час в Эстонии, чи одразу повернулись? На день, да, мы задержались, ну, как задержались. Якісь виступи, якісь прес-конференції, тобто подальше спілкування, ну, якесь було з громадою? В Естонію, коли ми приїжджаємо, постійно, як тільки ми приїжджаємо, одразу нам дзвонять на следующее утро, так, ребята, спочатку на радіо, потім на утреннє кофе, телепередачі. Не жаліють, прям 6 утра нас бодрят. Тобто скоро мені, щоб запросити вас на ефір, взагалі треба буде там за місяць записуватися, бо ви будете десь де-інде виступати. Не факт, ну, может быть, да. Ну, как бы вот действительно то, что постоянно они интересуются тем, что у нас происходит. Теле, радио, эфиры, постоянно разные студии, новые знакомства. Ну, здорово, конечно, там в Эстонии. Там прям есть целое телевидение, которое вещает на русском языке. Российском, да, да, да. Ну, то есть они, как бы, они просто вещают на русском, потому что большая половина понимает русский там. Это классно. Ну що ж, про визнання в Естонії ми почули, і це, ну, дійсно дуже приємно. Будемо бажати вам і подальших успіхів. Я впевнена, що ви і цього 2016 року теж туди поїдете, і сподіваюсь, повернетесь теж з перемогою. Кубок переходящий. Да, його нужно буде вернути, поэтому або не повернути, якщо ви знову переможете. Ну, знаєте, як в вищій лізі говорять, чемпіон пропускає сезон. Конечно, якщо пригласять, з удовольствием приїдемо. Ну, ми вроде договорились, що... Ну, можливо, як запрошена зірка. Да, у них є там кубок мера Естонії. Нет, то, может быть, на всякие такую, весенние кубки, да. Ну, возможно, думаем, что в этом году обязательно мы туда еще поедем. Угу. Ну, думаю, кстати, будет очень доречно поблагодарить тех уместно людей, да, я переведу, поблагодарить тех людей, которые помогли нам сделать эту победу, потому что мы своими силами, своим талантом сделали все, что мы могли, но как часто бывает, не все упирается в талант, часто упирается это все какие-то финансовые... Да. Просто в поддержку, да, всяческую, будь то финансовая поддержка, будь то моральная поддержка. Ну, в общем, есть люди, которые... Слова подяки друзьям зараз проминают. Да, да, да. Хотелось бы поблагодарить... Давай, чтобы никого не забыть, я буду пальчики. Да? Артема Илюка. Артем Илюк, да. Угу. Мы не будем говорить, что это... Это наш друг. Это наш друг, друг просто, это друзья. Да. Борис Козырь. Борис Козырь, да, тоже нам часто помогает, практически всегда. Добкина Марина. Да, да, совершенно верно. Также... Тимур Михайловский. Тимур Михайловский. И последний, наш друг, очень хороший. Кормышкин Юрий Анатольевич. Совершенно верно. Это те ребята, которые занимают какие-то должности, но они нам помогали
Не потому, что они, кто там, депутат не или... По статусу, да, не своему, по статусу, а просто чисто как вот человеческая поддержка. По-дружески, поэтому да. Им за это огромное спасибо. Ну, будемо сподіватися, що надалі ви отримаєте підтримку більш масштабно, можливо, на місцевому рівні, знайдете можливості фінансування для того, щоб виїжджати далі і перемог здобувати більше. Да, хотелось бы, конечно, чтобы и город поддерживал команду, потому что мы, как-никак, когда выходим на сцену, нас объявляют легко и просто город Николаев, Украина. Не просто да. Украина, а именно город Николаев всегда как бы... Да, благодарности отдельным людям, это, конечно, спасибо, но мы прежде всего всегда представляли и будем представлять наш город, несмотря на то, что в нашей команде люди с разных, Сергей, город Южный, ну, то есть я николаевский, есть у нас также в команде коренной белорус. Ну, то есть все мы... переехав же. Да, да, засланный казачок. Да, который живет. Ну, то есть тут... Вот чему вы в Беларуси переехали просто. Мы договорились. Да. Вот, поэтому мы всегда представляем город Николаев, и хотелось бы, конечно, чтобы Николаев знал и поддерживал хотя бы нас. Не только за себя, как бы, а вообще в целом хочется, да, чтобы городские власти как-то поддерживали такую активную творческую молодежь. Не за себя, просто. За всех. За всех, да, за весь город. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про КВН, тривалий час було там прапор першості серед українських команд несла там Одеса. Потім знак якості в гуморі це був Харків, Дніпропетровськ. На сьогодні ми бачимо, що багато миколаївських КВНщиків і на загальнодержавному телебаченні, і міжнародні перемоги ваші. Можемо говорити про те, що потроху оця пальма першості переходить вже і до Миколаєва? Ну да, если, так сказать, мы привозим такие кубки и знают нас не только в Украине, но и за рубежом. Ну да, мы в Николаеве много, ну то есть очень талантливых людей. Вопрос только, ну то есть талантам, наверное, все равно нужно как-то помогать и способствовать, потому что КВН как таковой амиковский, наверное, ушел из Украины. И сейчас вот подхватил, слава богу, наверное, спасибо 95-му кварталу, они подхватили те команды, которые остались, которые не знали, что делать, куда им... Куда податься. Да, куда податься, и они организовали вот Лигу смеха, и, ну, то есть, молодцы, что развивают это, и уровень юмора, слава богу, ну, то есть, растет, и ну, выходит на какой-то более, наверное... интеллигентный, сознательный, ну, то есть не пошлый. На высокий уровень. Да. Я вообще хочу отметить, что, наверное, я бы не выделял какие-то отдельные города. Я думаю, что сейчас такое время, что ну, каждый пытается... Кордонев. Да, то есть я бы не ограничивал там Одесса, Харьков, там Днепропетровск. Как-то вот вся Украина в целом сейчас очень хорошо в плане юмора. Все телевизионные проекты действительно приятно наблюдать на наших голубых экранах. И поэтому я думаю, что Николаев... А якщо говорити про глядача, місцеві глядачі, які відвідують ваші концерти, які, можливо, стежать там за вами на Ютубі, у ваших соціальних мережах, за вашими сторінками, яка підтримка у місцевого глядача? Тому що міжнародне визнання – це чудово, але хочеться, щоб і свої підтримували. Да, вони підтримують, вони приходять на наші концерти. Да, спасибо їм огромне за це. Ну, да. Наверное, говорит о том, что ну, то есть, все мы это делаем не зря, потому что большинство концертов... Я разумение и у своих. Да, да, конечно. Всегда полный зал у нас, и спасибо. Ну, то есть мы рады тому, что полный зал не потому, что вот смогли мы все продать, а потому что люди приходят, и мы их не разочаровываем. Мы даем им ту порцию юмора, ту отдушину, где они, наверное, хотели бы посмеяться, но не знали, где это выразить. Мы всегда стараемся общаться с зрителем, мы всегда за прямой контакт. Ну, то есть мы... Всегда подготавливаем много подарков на наших мероприятиях. Ну, неважно, у нас несколько, так сказать, проектов. И мы всегда стараемся побольше наградить наших зрителей за то, что они приходят, за то, что они, так сказать, ведут, смеются с нами и, так сказать, живут с нами. У вас есть концерты, которые стали уже традиционными до певных дат присвячені. Да. Есть и просто такие, ну, плановые, регулярные концерты протягом року. Найближчим часом, когда мы сможем спостерігати ваши выступы? Совсем скоро. Совсем скоро, это у нас в март. Приурочено к 8 марта. Уже не в первый раз будете до жіночого свята. Третий раз или уже? Третий или четвертый. В общем, мы уже сбиваемся со счета, потому что концертов много.
Яблоко соблазна. Это 5 марта да, будет. Всех приглашаем. Как только ВКонтакте где-то высветится, звоните, приходите. Билеты будут в ОДК, в кассе. Это 100%. И 2 апреля это будет приурочено ко Дню смеха. К первому. Да, то есть задним числом. Первого посмеемся, другого на концерт снова смеяться. Будет концерт команды КВН «Легко и просто». Наш большой... Посмеемся над тем, что тревожит. Мы всегда стараемся на наших концертах затрагивать те темы, которые тревожат именно николаевцев. Вот именно что, какие проблемы. Какие-то насущные проблемы. Все, что вот происходит в городе, мы стараемся вот то, что актуальное, вот мониторить и вот максимально к этому привязываться. Зараз тему IT, мабуть, добре вивчаєте, щоб жартувати на неї. Да, потому что мы провели, наверное, не одно мероприятие для IT-компаний, поэтому можем уже, наверное, и в эту тему. Да, единственная проблема, то, что название придумалось еще 2 недели назад, а концерт будет 2 апреля. Ну, в общем, это такое. Это не говорит о том, что если есть какое-то определенное название, то мы будем шутить исключительно. Это говорит про то, что экспром теж хороший, когда он добре подготовлен. Да, да, да. Якщо говорити, власне, про успішний виступ, чи є у вас, у вашої команди «Легко і просто» якась своя формула вдалих жартів? Наверное, есть. Ну, мы всегда старались писать шутки. И что, ну, есть шутки, наверное, делятся на 2 типа. Ну, мы их делим, по крайней мере. Есть актуальные, которые вот актуальны здесь сейчас. И есть, ну, мы пишем бытовые. Ну, то есть то, что знакомо каждой домохозяйке, каждому студенту, папе, маме, дедушке, ну, все равно кому. Чтобы эта шутка 3 года назад и после прошло 5 лет, и она все равно будет смешная. Поэтому мы стараемся всегда писать шутки, которые не теряют своей актуальности. Но актуальный юмор тоже нужен. Но надо, наверное, мы им никогда стараемся не злоупотреблять. Мы всегда шутим в точку, но всегда стараемся, чтобы было понятно каждому. Вот, наверное, чтобы юмор был доступен каждому, а не какому-то определенному. Дивіться, сегменту. На побутовому рівні якісь жарти, вони теж прив'язані до ментальності нашої. No. Тобто, ну, є там якісь моменти, там ялинка винесена 8 березня або 1 травня, але все одно менталітет з часом змінюється. І, ну, те, як жили там наші батьки 30 років тому, сьогодні не все доречно. Взагалі, як ви відстежуєте, як швидко змінюється реакція, власне, на побутові жарти? Да, потому что все меняется. Во-первых, обычные телефоны уже заменились мобильными. Как ни крути, но... Звичайные мобильные телефоны, сенсорные. Да. Как ни крути, те бабушки уже по стационарному не звонят, уже у всех такие бабушкафоны с большими кнопками. Ну, то есть, оно все меняется, потому что мы это следим, потому что мы в этом живем. Да, как бы сказать, что целенаправленно отслеживать, ну, наверное, не отслеживаем. Все равно, как бы сейчас ходит то поколение, которое, кстати, помнит все про елочки, про всякие забыл сделать подарок, забыл поздравить с юбилеем, с годовщиной, все это как бы остается актуально и по сей день. Резко, очень быстро так что-то не меняется, прям, чтобы мы не успели. Все меняется вместе с нами, наверное, вот поэтому мы и, ну, то есть стараемся. Тому і перемоги є, правда? Якщо говорити, ну, зараз трохи відійдемо від ваших виступів, трохи до життя повернемось, життя КВНника в побуті. Там, знаєте, фотографи між собою жартують, що є професія, ти ж фотограф. Там, коли постійно просять сфотографувати, обробити фото, там, айтішники, ти ж комп'ютерщик. Тобто, полагодь, налаштуй, зроби те, встанови це. Є така професія, ти ж КВНщик. Да. Тобто, коли приходиш в компанію просто відпочити, а тебе постійно просять пожартувати. Саме смішне, що про Вітю буде. Він як би КВНщик, але в реальній житті ти ж комп'ютерщик. О, то ви... Просто, да, він як би на 2 фронти у нас працює. Да. Ну, у нас, наверное, професія КВН. Ну, да, то, що постійно просять пошутити, ну, всегда, наверное, когда ти приходиш в компанію какую-то, ну, которую тебе не знають, или вот там приводять, или ты где-то в какую-то новую компанию, ты должен, наверное, как бы держать статус, что хей, надо шутить. Нет, не то, что должен, мы просто когда веселым. Говорят, познакомьтесь, это вот Сережа, это КВНщик, и все как бы ждут. Все... Да, да. А что? А что, я не человек, что Да, как бы, ну, непонятно, то есть, там, ты же столер, сделай мне, пожалуйста, стол. Стол. Да, заместо того, чтобы посидеть и поспелковать. Профессия КВНщика, она вот, наверное, не зря называется веселая и находчивая, наверное, прежде всего, находчивая, потому что за нашу творческую карьеру мы научились делать то, что мы до этого не умели. Это монтировать видео, ну, то есть, мы не бежим к монтажеру, это делаем мы сами. Записывать звук. Тоже делаем мы сами. Да, может быть, вначале это было плохо, но сейчас это уже намного лучше. Да и вообще все редактировать, да. Там те же фотографии, то есть настолько освоили все основные вот эти все программы для
Потому для что работы. если ты этого не сделаешь, за тебя это никто не сделает. Ну, то есть это надо кому-то, ну, то есть платить, потому что никто бесплатно это делать не будет. Поэтому все сами, 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 мы сами и снимаем сами. Вы себе, ты же операторы, ты же фотограф, ты же компьютерщик. А если вернуться к общему вопросу, то хочу сказать, что, наверное, многие КВНщики, которые уже посвятили много лет этому делу в реальной жизни, вот повседневной, они не такие веселые, как хотелось бы. Они хотят в коле семьи отпочить трохи від жартів. Ну, как-то даже вот, когда смотришь какие-то юмористические проекты, то, как правило, с каких-то таких вот обычных шуток КВНчик уже смеяться не будет. И вот максимальная реакция может быть такая, да, смешно. Отлично. Да, и, скорее всего, он засмеется над тем, над чем не засмеется обычный человек. Угу. То есть это что-то, какой-то космос, из ряда вон выходящая или, шутка. И боже мой, как можно было это сказать? Да, как вы это придумали? Все люди вообще не понимают, ты сидишь смеешься. То есть, ну, вот, немножко меняется какое-то отношение вот к юмору в повседневной жизни. Скажем так, мы не часто смеемся до слез. Да. А иногда хочется. Ну і ще одна така болюча тема, яка, власне, і у іграх КВН теж піднімалася, і були жарти на цю тему, це підтримка або відсутність порозуміння у сім'ї такого вибору професії КВНчик. Я маму вспомнив, яка каже, коли ти устроїшся на роботу. О, є таке, правда? Ну, як би, да, ну, вже, наверное, со временем сім'я смирилась, що ли, і все одно в цьому є огромні плюси, ну, навіть, от, допустим, это у всех есть, когда звонит мама и говорит, у подруги юбилей, ты сможешь, приходь, проведи ты сможешь провести? Я говорю, ну, конечно, смогу. И если раньше она там говорила, ну, это же там подруга, там, может, бесплатно. Там. А теперь она то сейчас она понимает, что это работа, и любая работа должна оплачиваться, и уже таких как бы вопросов не возникает. Наоборот, даже мама может сказать, это мой сын, он работает ведущим, и то есть ей приятно это все. Теперь можно сказать, это чемпион высшей лиги КВН Эстонии взагалі. Да. И тому одразу ж попит має ще зрости. Ну, вообще, думаю, что рано или поздно вся эта история с нашими, так сказать, приколюхами закончится, и нужно будет вступать в какую-то нормальную человеческую взрослую жизнь, и надо все равно уже на данном этапе подготавливать себе. Ну, ким стають КВНчики, які виросли? Ким? Режисерами, ну, актуарами? Да, режисерами, продюсери, автори. Авторами залишаються. Автори, да, юмористичних телепередач. Ну, тобто все одно ця тема, вона вже не відпускає. Якщо ти вже в це занурився, ну, то... Ну, це якщо ти дійсно готов посвятити всю свою життя тому, тоді да. А буває таке, що багато КВНчики, посвятив дуже багато років, этой игре уходят вообще в другую степь. Бывало абсолютно. Таке, що приходять люди, ну, не лише в вашу команду, ну, ви ж з багатьма спілкуєтесь, просто приходять в КВН, і ніби актор талановитий, або там співак талановитий, і ніби вписується у формат КВН, а кілька ігор або там сезон проходить, і людина просто йде з цього, тому що розуміє, що це не її. Ну, давайте будем чесними, легко і просто работала, ну, очень довго работала. Сколько, може, существуем? 10. Ну, именно я с командой существую, наверное, лет 8. Ну вот, где-то а так, до этого примерно. Еще, ну, в общем, где-то порядка 10 лет мы шли, так сказать, к этому. Руки опускались и не раз опускались. Ну, то есть, казалось бы, зачем оно надо? Да пойди ты уже, ну, то есть, какую-то на нормальную работу. Да и как бы люди были, уходили, приходили другие, то есть постоянно была текучка, то есть был какой-то... Но все равно такой костяк, он залишается. Костяк остался, да, то есть это, грубо говоря, как минимум 3 человека осталось, да, все остальные уже потом... Наросли, как мясо. Да, наросли, да, как на скелет полетели. Да, мы долго работали, и тому, к чему мы пришли, мы рады. Ну, то есть мы, говорим честно, мы откровенно зарабатываем тем, чем нам нравится. Я думаю, что не каждый, наверное, человек в жизни, наверное, может похвастаться этим, а если он может, то он молодец. Заниматься любимой работой, что приносило деньги, то, что тебе нравится. Это, наверное, самое лучшее, что можно, наверное, делать. А развиваться, к чему как бы фантазия твоя будет расположена, делай ну, все, что хочешь. Власне, поки у нас залишається буквально одна хвилина до завершення ефіру, не можу не спитати, які амбітні плани на майбутнє. Перший такий великий кубок вже здобуто, але ну, я ж розумію, що ви на цьому не зупинитесь. Ого, прям плани. Ну або мрії. Та мрії двигатися далі ми... Розвиватися. Розвиття. Розвиття, да. Хочеться більше, тепер вже хочеться більше. Хочеться, наверное, что-то снимать уже хочется. Ну, концерты мы уже будем делать, это уже по счету
четвертый наш именно команды легко, просто концерт. Ну, концерты, значит, делать мы уже умеем, и людям это нравится, надо что-то делать еще. Хочется пробовать идти дальше, может быть, что-то как-то. Планы есть, мысли есть, нужно их реализовывать. Я думаю, что может куда-то, вот, наверное, интернет, надо осваивать интернет, потому что все больше людей живут в интернете, сидят в интернете, и поэтому... Спилкуются через... Да, и как показывает практика, люди неплохо и зарабатывают на интернете, на контенте. YouTube никто не отменял, как говорится. Ж, можу лише побажати вам успіху і подякувати за такий приємний, позитивний ефір, і ще раз привітати з перемогою. Спасибо вам большое. Нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми спілкувались із учасниками команди КВН «Легко і просто» Віктор Севлісян і Сергій Сігіда. Дякую вам, що були з нами, і залишайтесь надалі з телеканалом «Миколаїв». На все добре.